Радио «Рекорд» расширило свои границы и стало частью медиахолдинга «Тверской проспект». Теперь первое танцевальное радио страны могут слушать жители Твери. Оно начало свое вещание в областной столице 1 января на частоте 101,8 FM. О том, какие композиции можно услышать в эфире радиостанции, и о будущих планах в нашем следующем репортаже. Этого события поклонники танцевальной музыки ждали долго. В новогоднюю ночь начало свое вещание «Радио Рекорд». Здесь можно услышать все актуальные музыкальные композиции в различных форматах. Кроме того, пользователи популярного приложения TikTok обнаружат на частоте знакомые треки. «Радио Рекорд» — это такое TikTok-радио. Все, что очень популярно в TikTok, можно услышать и на «Радио Рекорд». Включаешь радиостанцию, и ты понимаешь, что вот эта музыка сейчас максимально актуальна среди аудитории, молодежной аудитории, танцевальной аудитории. «Радио Рекорд», пожалуй, самое известное радио, в эфире которого постоянно звучат хиты зарубежной и отечественной танцевальной музыки. «Рекорд» рассчитан на молодых и энергичных слушателей, которые ведут активный образ жизни и с оптимизмом смотрят на вещи, рассказывает программный директор ТРК «Тверской проспект» Андрей Свистунов. Также у радиостанции много постоянных программ на любой вкус. Очень много представлено танцевальных, так называемых, диджейских сетов, которые звучат в эфире. Раскрученная и много лет существующая программа – это «Рекорд Клаб» с мировыми диджеями, которые представляют свои танцевальные сеты. Различные игры, информационные выпуски, все, что нужно непосредственно аудитории. И, конечно, в этом году у радиостанции запланировано много различных мероприятий, которые будут интересны радиослушателям и партнерам медиахолдинга. Однако раскрывать всех тайн представители «Радио Рекорд» не спешат и обещают рассказать о них уже в ближайшем будущем.